Привет, друзья! У меня сегодня вечерняя прогулочка по набережной. Давно не снимала набережную, озеро наше. В начале лета только. Вот. Вот сегодня решила снять. Погодка отличная. Днем, конечно, было жарковато, плюс 35. Сейчас, наверное, может, градусов 25. Очень много народу пешком и на велосипедах. И на самокатах. Аккумулятор. Красота. Люба скоро уезжает на море. Совсем уже. Сегодня 24 августа 2022 года. Я уезжаю, товарищи, 6 сентября на море. Отдохнуть от рутинных дел, так сказать. Ну и, конечно же, что-то интересное отснять. Я постараюсь снимать интересные места, красивые, интересные места. Может, буду посещать какие-то мероприятия, концерты, то тоже буду снимать. Отблески вот водички, огонечки селигера. Красиво. Очень. Набережная, погодка. Такая тишина, красота. Как Владимир Семенович пел: красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Скутерочках недавно катались, на мини-катерах. Очень интересно. Уточки плавают тоже. Очень красиво. Вечером люблю, вот совершенно вечером другой город. Совершенно. Днем и вечером отличается сильно. Вот такое спокойствие, тишина. Люди никуда не торопятся. Дышат, гуляют свежим воздухом. Даже вот будний день, но, наверное, у многих отпуска. Или, может, приезжие гости же у нас тут гуляют, очень много гостей. Бывает. Поэтому вот я люблю между делом. Ну, вечером уже все делать, что дел нету. Завтра на работу. И вот решила я прогуляться. Я сегодня купалась днем, потому что 35 плюс 35, как не купаться. Вот. Водичка отличная. Солнышко. Приеду на море. Загорелая. Но я, собственно, приезжаю только из-за моря купаться. Люблю плавать в море. Вот. И, конечно, посмотреть, погулять. Достопримечательности, которые я еще не видела. Вот.
Вот такая красота. Легко дышится. Так что погуляйте вместе с Любой. Ну а что? Вот мы иногда и не замечаем красоты, которая нас окружает рядышком. Я уже давно стала замечать, замечаю. Мне все нравится. Комарики, бабочки, мотыльки. Все вот эти вот огоньки вечерние. Очень люблю. Так. Вот. Здесь такая аллейка у нас. Здесь не просто, да, ивы, а дальше будет у нас липовая аллея. Вот. Мне липовая аллея нравится. Я там всегда собираю липу, цвет липовый. И зимой пью полезный, вкусный, ароматный чай. Ну, представляете, вот кто в гости приходит, я всегда завариваю с липой чай. Мне нравится. И гостям тоже. Ой, жалко, телефон не передает вот этот вот озерный запах. Такой идет. Такой он от морского отличается. Но прям вот такой водичка. Водичка. Да, такой запах. Сейчас мы приближаемся к центральному вот, не причалу, а к центральной у нас набережный пролет. На набережной. У нас несколько, но вот это центральная, здесь и катерочки пристают. То есть не порт, не пристань, не путайте, а просто такой причальчик. И здесь отдыхают, смотрят на озеро. Посидеть можно, посмотреть, отдохнуть. Ну, остальные только можно сойти там. Кто-то рыбку поудит. Так, посмотрите, все. Ну, везде сделано сход, водичку, лестница. Можно освежиться, искупаться кому-то. Ну, что я и делаю по вечерам. Вот отходит катерочек, мини-катерок. Наверное, видно, двигается, да. Ну, такой много там места, не знаю. Вовнутрь нам человек 10 войдет. Наверное, на вечернюю прогулочку кого-то взял. Ну вот еще мужчина зарабатывает денежки. Хватает, а что, час? Ну, как бы, если разные люди, то час не так и заметно. А так здесь час... Я даже не помню, сколько. 4000 стоит, по-моему, час. 4000, по-моему, да. В общем, красота. Даже просто погулять без всяких каких-то там заходов куда-то вот вечером. Очень хорошо. Ну, я-то, в принципе, всегда вечером гуляю. Я вот даже зимой, осенью и зимой я вечером выхожу на прогулку. Вот такую по набережной променад. Вот от одного конца набережной до другого всегда хожу. И потом домой. Вот. А зимой даже вот вечером уже довольно-таки уже выхожу поздно. Около 9:30, 10 часов вечера гулять на прогулку. Снежок хрустит. Вот. Летом прохлаждающий такой, хочется поговорить, да?
Ну, не зря же, как в песенке, да? Зимой, лето, осенью, весны. Нам хочется всегда. Нет, зимы мне, конечно, сейчас не хочется, хотя я очень люблю зиму. Вот, можно охладиться, скушать мороженка. Там вон из тонарчика, что я недавно сделала. Окунуться, занырнуть несколько раз в селигер. Поэтому охладиться можно. Но лето мне очень нравится. Я люблю лето очень. Все времена года люблю, обожаю. Ну, летом как-то у нас такое ожидание. Весну знаем, она придет, осень придет, зима придет, да? А лето всегда именно ждем, с нетерпением ждем лето. Потому что летом столько всего: лес, ягоды, грибы, вот эта водичка. Вот, и как бы, знаете, самое такое, что одежды там мало, да? Уже не надо одеваться. Много вот одежды. Накинул на себя платьишко, туфельки. Жопе больно. Вот. Идем дальше. У нас такие будут остановки дальше. Мы посидели. Да. И все. Вот. Сейчас. Вот тонарчик. Продают мне мороженое, ну и всякие там напитки, хот-доги и прочее. Печененки с предсказанием даже, самое главное. Вот, друзья, вы прогулялись с Любой. Сейчас в завершении вот наш Осташков и селигер. Я на селигере. Но я на другую сторону не пойду. Написано на карте. На карте Осташков. А вот я на селигере. Ну вот, друзья, все, до встречи. Всего доброго. Сейчас я сниму. Так, сейчас он попадет в фильм у меня, мальчик. Ну и хорошо. А ну, мороженое берет? Так. Пойдем. На этой ноте. Друзья, всего доброго. До встречи!